Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы попытаемся устранить проблему подачи бумаги на Xerox Canon ER2018. Проблема заключается в том, что при подаче с ручной вот этой лотка не тянет бумагу. При копировании происходит подъем этой площадочки, но не достает до ролика, затягивающий, и выдает такую ошибочку: замятие бумаги. Откройте левую крышку и устраните замятие. Открываем, закрываем, и если вот так немножко дожать, то он начнет тянуть. Получается с той стороны. Вот, сейчас нужно вот выбрать бумагу. Окей. Смотрите, вот немножко затянуло, ну так и не протянуло дальше. Еще раз открываем, закрываем. Просто хочу показать, как она начинает тянуть, чтобы вы поняли суть проблемы. Вот. Если немножко дожимаем, помочь принтеру, он начинает тянуть бумагу. Так, ну вот, теперь решение проблемы этой состоит в замене вот такого устройства, называется клатч. Микроклатч. Он находится вот здесь. Сейчас мы снимем крышечку и заменим. Однажды мы уже столкнулись с такой проблемой. После замены этого клатча проблема была устранена. Так что сейчас мы произведем эту же процедуру. Надеюсь, что это поможет. Снимаем крышку. Да, снимаем крышечку полностью. В принципе, замена его несложна. Там не очень далеко он находится. Снимаем дверцы. Вот. Есть. Вот так у нас выглядит снятая дверца. Клатч, сам клатч находится вот здесь, вот он. Сейчас нужно снять вот эту часть и заменить сам клатч. Так, приступаем. Двигаемся дальше. Откручиваем. Весь ваш. Смотрите внимательно. Откручивайте все винты, которые мешают снять ее. В принципе, для удобства, нужно было бы снять вот эту запчасть, но если получится открутить,
без снятия, то можно вот так навскос, наискось отверточку запихаем. Там заберу. Да. Все. Пробуем поднимать. Здесь должны быть разъемы, идущие к клатчу. Отключаем их. Аккуратно. Поднимаем. Так, аккуратно. Все. Где тут ничего? Вытащили. Вот у нас разобрано в виде этот блок. Так, сейчас я включу свет.